Привет, добро пожаловать в наш стрим. Сегодня... Добро пожаловать. Надеюсь, сегодня мы выберемся из этой чертовой пещеры. Да, из этой темени. Так, мы получили ключ, значит, мы можем открыть эту дверь. Или не это, или вот это. Какой-то из этих, да, дверь теперь открыта. Как-то не забавно, но мы так перемещаемся быстрее. Ага. Даже странно. Так, вроде как здесь дополнительных сокровищ нет. Давай пересмотрим карту. Мы здесь. Здесь мы были, здесь были. Здесь были. А, ну все. Пошли обратно, куда мы попёрлись. Так, тут мы начали наш стрим, я так полагаю. Даже если нет, то пофиг. В смысле? Но мне кажется, что нет смысла сюда идти сейчас. Угу. Да, мы возвращаемся. Мы отсюда пришли. Берем, вычищаем нашу кровь от снадобий. Зачем? Нам нужно по новой все выпить. Ну, меньше, ну, около минуты осталось. Если мы попадем в бой, то они закончатся. Угу. Пока ладно. Мы действуем. Что они не закончились? Сколько им осталось-то? Мы вроде подождали, по-честному, нет? Ничего вообще не изменил. Они ценно замерли вместе с нами. Да, мне кажется, что Геральт ничего не подождал. Это над нами прикольнулись. Бывает. Так, что там? А, ничего вроде. Что тут? Ожидание. Или вышли. Пьем. Пьем наш стандарт. Дождик, мы же вроде пили, нет? Прочерки. Кошка действует меньше всех остальных зелий. Поэтому ее, пока все остальное идет, кошку надо два раза жрать. Наверное, самое полезное здесь. Здесь самое полезное. Султан,
Ты же должен был принести меч. Не вышло, Геральт. Это была не лучшая мысль, ведьмак. Краснолюды не умеют лгать, а этот особенно. Ты уже все знаешь? Да. Тебе нужно оружие, чтобы снять проклятие с Хенсельда и освободить души павших. Госпожа, я знаю, что вы ведете войну, но это проклятие угрожает также и Вергену. Призрачной мглой невозможно управлять. Не объясняй мне, я знаю. Я дам тебе меч. Просто так? Да. Я рада, что могу тебе помочь. И благодарю тебя от имени жителей Вергена. Души их близких заслужили покой. Подожди, может отступить? Госпожа. Никакая я не госпожа. Меня зовут Саския. Саския. Для того, чтобы снять заклятие, понадобится некоторое время. Вы еще можете отступить. Скаэтаэли и крестьяне не выстоят против профессиональных солдат в открытом бою. Отступайте вглубь страны. Ты нас недооцениваешь. Хочешь стать очередной Элирен? Хочешь, чтобы они умирали с твоим именем на устах? Если дойдет до битвы, так и случится. Воинов ждет быстрая смерть. А когда солдаты Хенсельта войдут в город, они не пощадят никого. Убьют мужчин, надругаются над женщинами. Самых красивых заберут с собой. Остальные умрут в страданиях. Я уже видела покоренные города и знаю, чем рискую. Почему ты помогаешь Хенсельту? Почему ты рискуешь жизнью, чтобы снять проклятие? Наверное, хочу вернуть себе память. У меня есть своя цель. Мне предсказали, что, сняв проклятие, я верну себе память. Я не прислуживаю Хенсельту. В таком случае присоединяйся ко мне. Не могу. У меня есть обязательства на той стороне. Мои друзья остались в лагере, и я не могу их бросить. Что ж, у меня тоже есть обязательства. Я тоже не смогу сбежать и бросить всех, кто мне верит. Иди своей дорогой, и пусть твои обязательства не заставят тебя сражаться со мной. Я не солдат. Можешь быть спокойна, Саския. Посмотрим, что будет. Прощай, ведьмак, и береги своих друзей. Хенсельд – подлец. До свидания, старый прыщ. Смотри, не скоедвенься окончательно. И не дай себя убить. Ты тоже, Золтан. Прощайте. Саския, я забыл кое о чем. Геральт хочет встретиться с Йорветом. У него дело к нему. Мне нужен наконечник копья, которым пробили Сабрину в момент наложения проклятия. Когда мы виделись во Флотзаме, наконечник был у Йорвета. Он проиграл его в кости. Теперь копье у Скалина. Младший Бурдон, азартный игрок и лучший шуллер Вергени. С ним и разбирайся. Йорвет согласился с ним играть? Скалин может быть очень убедительным, если захочет с кем-нибудь перекинуться в кости. Ты бы видел, какие удивительные сокровища он носит в рюкзаке. И все это он выиграл. Посмотрим, какой он игрок. Будьте здоровы. О, Альк с ним сыграет. На копье. Так, а зачем мы остаться-то? Остаться — это если, ну, мы собираемся топать по этой пещере. Лучше вернуться, здесь ничего нет. Я проверял, это первый раз проходил. Обожаю эти места. Обожаю горы, обожаю открытые местности, природа. Грёбаная пещера, ненавижу ее. Это самое ненавистное место в этой игре. Как же ты играл в игру метро? Там же сплошные пещеры. Не, метро, она сделана иначе. Так не вот эта грёбаная пещера, которая такая скучная. И потом, в игре метро есть вылазки на поверхность. А здесь, блин, застреваешь в этой пещере надолго. Она темная, в ней ни хрена не видно. Постоянно, да всё, постоянно вот это сердцебиение от кошки. Ага. А теперь перышки нам очень нужны. Какие очки опыта.
Я слышал этот кусок звука. Кусок звука? Да. Вот это интересно. Слышал этот звук? Налетели, да? Опять звук инвертирован. Ну да. Решали всех налево-направо. Иди сюда. Чего-то они перемещаются довольно быстро. Куда, куда? Ну-ка, цепи, цепи сюда давай. Хорошая стойка. Красиво упало. Кожа до кости. Рожки до ножки. Ага. Так, сколько у нас в инвентаре-то места осталось? Не очень много, скажем так. Одна шестая только осталась. О. Как они резко, а? Дымящиеся ошметки. Удивительно, что там еще перья остались. Да, дымились. Как вообще это? Хорошо подожгли. Интересная особенность. Он когда кувыркается, он ускоряется. А если он бежит без меча, ну, в смысле, обратно в ножны вложил меч, то он бежит быстрее просто. Так что здесь немножко непонятно, как быстрее перемещаться. С мечом в ножнах или кувыркаясь с обнаженным мечом. Да, забавно. Напоминает мне одну игру. Точнее, сетевой режим Star Wars Jedi Knight 2. Там, как быстро, правда. Там перемещаешься быстрее, только если кувыркаешься. Единственное, что здесь кувыркаться можно в том числе на гор. И это все равно быстро. А в той игре он не может кувыркаться в гору. Или... А не, вроде как. Что может, что ли? Надо будет переиграть немножко. Вот тебе перья, как заказывал. Добрая работа. Держи деньги. Признаюсь, у меня еще не было такого странного задания. И это еще не конец. Еще что ты хочешь? Я тебя выслушаю, хотя у меня дурные предчувствия. Мне нужно еще несколько перьев. Несколько сотен. Тебе или тому коллекционеру? Ему, конечно, ему. Ну, да. Как-то странно. Почему ты не сказал сразу, сколько перьев приносить? Я не знал качества товара. Так что теперь мне нужно еще несколько перьев. Я докину деньжат. Решайся. Я подумаю. Собрать 8 перьев карпии и стихль. Так, ну, проверим. По-моему, у нас, они уже есть. Так. Яйцо гарпии. Перья гарпии. У нас еще 24 штуки есть. Я думаю, можно его накинуть. Ну да, давай дадим 8. Зачем нам столько? Я принес еще перьев. Надеюсь, этого зачем хватит. Зачем нам столько наперьев? Добре. Я посмотрю и выберу лучшие. Вот.
твоя плата и небольшая премия. А что мне делать с оставшимися перьями? Да что хочешь, мне они ни к чему. Бывай. Загляну ведь к Эльтону попозже. Интересно, тут ветер идет. Если он в горах действительно такой, особенно в ущельях, это круто. Ветер. Это музыка. Обожаю Верген на закате. Напоминает какой-нибудь древний Египет. Даже не знаю. Только что-то. Здесь не так жарко. Ага. Привет, Скалин. Я слышал, у тебя есть наконечник копья Йорвита. Ну, есть такой. Мне бы этот наконечник здорово пригодился. Ну и не проси даже. Это ж трофей. Я его получил от самого кровавого убивцы из всех эльфов. Это тебе не кук с макой. А во что вы играли? В покер. На костях, значит. Я в свое время тоже неплохо бросал кости. Может, спытаем? Ага. Только учти, я играю без поддавков. Обдеру тебя как липку, и никакое чародейство тут не поможет. Начнем. Икс, чего у нас тут все плохо, да? Ну, не очень хорошо. 2 единички у него. Ну да, минимум. 2 двоечки. Ну, у него не сильно лучше. Больше единичек. Ладно, 2 двоечки дал. Просто сранец. Ты проиграл, Геральт. Ну, точно как этот. Как его? Бласковец. Это еще кто такой? Тоже искал то ли магическое копье, то ли судьбу, что-то в этом роде. Старая история, неважно. Если захочешь пополнить мой кошель еще пару аренов, я возражать не стану. Не, ну че, куда деваться, надо играть. Так, что у нас тут? 1, 2. Тройки не хватает, вообще полный говно. Да. Даже с преимуществом в 1 орен. Ага. И копье. Копье выиграли? Да. А играешь-то ты как настоящий шулер. Тут уж что уж, сказанного не ворочишь. Наконечник твой. Спасибо, Скалин. Я слышал, у тебя найдется еще пара интересных мелочей, чтобы отыграться. А, ну что-нибудь найдется. За призрачной мглой Геральт пережил множество приключений на земле и под землей, грустных и веселых. Он исходил порядком дорог, да и развлечений ему хватало с избытком. Жаль только, что ворота в сам Верген так и остались для него закрыты, и он не смог наведаться в знаменитый бордель «Бирюзовые холмы», который так усердно прославляли барды. Тем не менее, путешествие сложилось удачно. Наш герой нашел все предметы, которые искал, и, что особенно важно, получил наконечник копья Ягона. Осталось отнести его королю Хенсельту. Как казалось, 8... Так,
Для тех немногих, кто тянется к птичьим перьям так, как мартовский кот кошки, даже пучка перьев может быть недостаточно. Оказалось, что коллекционеру было нужно еще 8 перьев. Если в самом начале у задания был подозрительный запашок, теперь оно просто смердело. Впрочем, деньги не пахнут, поэтому наш герой со всем тщанием принялся собирать еще 8 перьев. Оказалось, 8 число, магическое. Никогда прежде ведьмак не видел, чтобы люди испытывали такую радость при виде перьев. Геральту показалось, что получив последнюю хапку перьев, Эльтон был по-настоящему растроган. Странная реакция для простого посредника, каковым он представлялся. Чтобы разобраться в странной истории, наш герой решил заглянуть к Эльтону позже. Да, интересно. Не от кого-нибудь, а от самой Саски, убийцы драконов, Геральт узнал, что наконечник копья Ягона находился у Скалина Бурдена. Вергенский страж выиграл его у Йорвита в кости. Наконечник копья не представлял для краснолюда никакой ценности, однако этот веселый раздолбай не захотел отдавать его просто так. Ведьмак должен был выиграть наконечник в кости. Древняя краснолюдская поговорка гласит: у копья предназначение два конца, наконечник и древко. Ведьмак сыграл со Скалином в покер. Он замечательно провел время за игрой в кости и культурной беседой, а в довершение всего выиграл желанный наконечник копья, как и было предназначено. Все прекрасно. Так, все собрали. Что у нас теперь тут держит? Посылать золото на разведку, все равно, что учить медведя вязать и взять крючком. Заранее известно, что ничем хорошим это не кончится. Краснолюдам просто не хватает ловкости для таких тонких дел. План похищения меча провалился. В условленном месте Геральт встретил не только Золтана, но и Саски. Стоило дракона-убийце лишь захотеть, и краснолюд рассказал ей обо всем, в том числе о встрече с ведьмаком. На счастье, Саски оказалась мудрой и рассудительной правительницей. После вежливой беседы она вручила ведьмаку меч. Все прекрасно. Посмотрим, что еще можно у тебя выиграть. Давай, смотри, милости просим. Я просто не помню, по-моему, там можно что выиграть, не вещь. Чтоб тебя! Скалин, твоя ставка... Меч воительницы княжны Ксинтии! Идет? Идет. Он твой. Если еще захочешь сыграть, я всегда пожалуйста. Меч принцессы Ксинтии. Че? Вот это меч. Круче нашу. Да. Круче нашу вершителя, вот судим. Вот это так. Тут написано Ксентий, тут Ксентий. Так да. Как же правильно-то? Ну там пишется X-E-N-T-A. Ксентия. Ну, это теперь новая вещь. Спасибо, Скалин. Посмотрим, что еще можно у тебя выиграть. Давай, смотри, милости просит. Это здорово. Какое оружие. Наиграли. Еще и крутое. Угу. Ёбро. Привет, Жар. Так, что у нас тут такое? Ситуация не очень хорошая, у него фулл хаус. Ух ты, так прям сразу. Все хороший. Вот дерьмо. Хороший, а мог и не перебрасывать. Ха, а я выиграл! Что ты хочешь, Коринов? Кости. Тут настоящий бросок про настоящего профессионала. Вы выиграли? О! Выиграл, чтоб тебя! И что я получу на этот раз? Шинель десятника бурой хоругви. Настоящий ты раритет для этих коллекционеров-милитаристов. Это у тебя откуда? Откуда?
Играл да выиграл. Теперь вот проиграл. Больше с тобой играть не буду. Не обижайся. Да я и не обижаюсь. Я оттуда то в качан просто больше не играю. Плащ бурых рук. Весь ли задание? Тоже ведь нужен. Пламенный привет! Тоже со мной разговаривать не хочет. Обиделся. Оставь меня в покое. Или кто там? Ну, похоже на гарпи, да. Древние эльфийские руины. И краснолюдские, кстати, тоже. Че ж, все сразу? Ну, это, скорее всего, краснолюдские. Музыка пропала. Арка, арка. Да, ты прекрасна. Моя королева, моя пани, ты великолепна. Все гнездо завидует тебе. Мне не нужно это перо. Если хочешь, бери. Ой, красавец. Красиво. Хорошая какой. Погода. Давай, хорошая погода. А что, для этого времени погода хорошая. Факт. Обычно бывает хладнее. Маги, должно быть, сделали потеплее. Да, да, они все экспериментируют и изменяют мир. Ничем добрым это не кончится. Даже думать об этом не хочу. Все-таки возьми это перо. Мне оно не нужно. Спасибо. Дякую. Мне тоже. Ты что хотел сказать, дякую? Оно не нужно этому коллекционеру? Да-да, ему. Интересно, зачем может понадобиться такое точное число перьев? Ну, может, у коллекционера остались пустые страницы в альбоме для перьев. И что? Это же очень недобро. Похоже, я ничего не понимаю в коллекциях. Красавец как. Стой, одну минуточку. Можешь от него не уходить. Ненадолго. Красота. Там еще зеркало есть. Забавно, забавно. Сказано, сделано. Ведьмак вернулся к Эльтону, но не предупреждал о своем визите и сразу же ступил на порог. Любезный читатель, я описывал гибель империи любовной ласки на оргиях богачей. Я пел о страданиях на похоронах, о тихой радости, с которой люди обычно встречают смерть лиходея. И о всеобщем веселье, каковое, к примеру, случилось, когда иерарх Янош пернул на коронации короля Меделла. И все-таки я не нахожу в себе силы писать картину, открывшуюся Геральт. Потому как есть вещи как на земле, так и на небесах, которые не снились даже философам. Цитатка откуда-то. Нам, мы получили, есть, кстати, вещи, которые не снились даже. Мы получили трофей для ну, от Эльтона. Угу. Смотри, его можно надеть. Нос.
Здоровье плюс один, урон людям плюс один процент, дополнительный урон знаков плюс один, броня плюс один. Хорош трофей. Смотри. Так, где у нас трофей? Вообще интересно. Ну и че он? Ой, да шо ж так, шо ж не твою-то? Что же это самое? Что с ним делать-то? Оставили в смысле? Нас с носом. Это полезный трофей на старте. Оставили нас с носом. Ну все, наши дела здесь закончены. Можно снова в Англу? Да. Все квесты прошли. Я поэтому во время прошлого стрима хотел побыстрее пройти эту гребаную пещеру, потому что после нее фактически все. Угу. Ну вот еще Эльтон полюбоваться. Чудо в перьях. В прямом смысле. Но... Так, нужно два грача. Ну, кошка одна и Волга, и ласт. Так, стоп. Кошка-то зачем? Не знаю. Так, две ласточки нужны, два грача. Наверное, и одна не нужна и Волга. Кошка, да? Там нет. Ну там все нужно, а все остальное. Мы даже по две пьем. Обалдеть. Не, мы не по две пьем. Я имею в виду, что надо две приготовить. А, ага. Понятно. Я считаю. Я уже думал, ты хочешь двойную дозу купиться. Наверное, это ни к чему. А правда, если две дозы выпить. А он не дает. Лечится. Смотри. Mm-hmm. Видишь, если выпить эликсир, то видишь, у тебя все слоты уже заняты. Больше не напьешься. Смотри, а. Не дает полка. Так, 0 доступных талантов. Я посмотрю, что надо еще доступно. Кто активируется при заполнении шкалы адреналина. Позволяет вызвать всплеск адреналина знаками. Адреатроп. Адреналин. Позволяет очаровать знаком Акси, сила знаков. Второй уровень знака Ард. Неплохо. Мы можем еще вот это здоровье взять. Здоровье взять? Открыть третий уровень знака Ирден. Хочется. Конечно, хочется. Открой. Все хочется. Все это хочется. У нас 0 талантов доступных. Всплеск адреналина. Бой мечами. Так. Мельницу надо бы еще прокачать чуть, ну, до 100%, что мы мочим группу. Утонченность. Утонченность есть. Подожди-ка. Сейчас. Что за свойство утонченности? Зачем оно нам? Да, в следующий раз почитаем, когда сядем на медитацию. Давай, давай. Сейчас не того. Амулет все еще действует. Саша. Ну, лаги горит. Не лагерь горит? Лагерь. Ух ты, блин. Гребаный выход. Я должен был амулет вести, но куда-то затерялся его сейчас. Ты заблудился в тумане?
Ты в тумане заблудился. Можно сказать так. Хорошо, что ты пришел. Мы тут с нильфгаардцами подрались. Что случилось? Они все крутились, глядели во мглу, как будто ждали чего-то. Я собрал Фенна, Силас и еще пару парней. Приказал Бьянке прикрывать нас издали, и мы пошли с ними поговорить. Я их вежливо так спрашиваю, что они на туман пялятся, будто сам император оттуда сейчас вылезет. Они ничего. Но вижу, что лица напряженные, злые, и что-то там ворчат на своем паскудном языке. И тут из мглы женщина выходит. Красивая, но едва живая. Зашаталась и упала. А из ее руки выпала статуэтка. Вроде нефритовая, не больше моей ладони. Если бы я не знал, что это невозможно, я бы сказал, что это Трис, которую превратили в камень и уменьшили. Это возможно. Артефактная компрессия. Где она? Не знаю. Девушка рявкнула на солдат и началось. Черные набросились на нас, а она сбежала в сторону лагеря. Я иду туда. Мы с тобой. Собирайтесь! Слишком поздно. Персифаль готов к отплытию? Да, только нас отсюда не выпустят. У Хенсельта свои планы. Причем тут Хенсельт? Трис у Шиллерда, ее надо спасать. Не выйдет. Нам не позволят отплыть, пока ты не снимешь проклятие. А пешком мы далеко не уйдем. Если бы они хотели ее смерти, она уже была бы мертва. Кроме того, мы знаем, куда отправился посол. В Лок-Муине. Властители и чародеи встречаются там, чтобы в очередной раз поделить мир. Там Трис и будет. Обещаю. Первое письмо эмиссару Шиллерда Фицестерлина. Его императорскому величеству императору Нильфгаарда Эмиру Эмрейсу лично в руки. Ваше императорское величество, спешу доложить, что чародей Вангемар оказался человеком достойным. Он держит свою ученицу Цинтию на коротком поводке и вместе с тем не проявляет чрезмерных амбиций. Мне кажется, что его преданность не следует подвергать сомнению, а его способности более чем отвечают целям вашего императорского величия.
Последней проверкой станут переговоры. Посмотрим, как он себя поведет и проявит ли большую стойкость к соблазнам, чем чародейки. Предаю нижайший поклон вашей августейшей супруге, преданный слуга вашего императорского величества Шиллерд Фитц Эстерлин. Песнь охоты. Интересненько. Широкой спиралью проносится в небе охота, кружась над миром смертных. Сникает всякая жизнь в вихре, а там разлад и анархия встают над миром. Ветры войны несут запах крови, смывают исконную невинность. Время оставить любую надежду, час окунуться в поток бурлящий. Отражение зеркальное, без сердец и без разума. Мир изводит во имя тех, что кровь на крови сберегли и безудержной алчностью сыты. Секира, ты мерзкие офицерские сапоги, тяжелые кожаные штаны. Ну все, вроде вычистили. Как-то все это хуже, чем то, что мы раздобыли. Меч полководца. У нас что сейчас в руках-то? Меч принцессы, да? Да. Ксинтии. Да. Меч принцессы Ксинтии. Принцесс, мечи-то какие, а? Да, видно. Тоже хочется меч, да? Конечно. А, почему не дают спуститься? Я хочу к берегу. Блин, поплавать. Не дают ночью поплавать, а? Звук странный только что был. Ты имеешь в виду завывание ветра? Или... Там какой-то, да. Рук. Лавка. Геральт, лавка. Что-то у нас там еще от Кирана-то осталось. Да. Медальон, мусор. Почему-то мусор. Почему он мусор? Может, потому что мусор. Мусор и все тут. Вот я тебе жопу надеру. Доброго здравия. А хочешь, я тебя надеру? Видишь, ты раз доброго здравия. Ага, вот, то-то же. А то, надеру. Чего надо? Чего надо? Хочешь бороться, гони монету. Начнем. Ха.
Громила. Да ты мужик дубовый. А то. Спасибо за 30 сторин. Теперь надо все в склад сбросить. Здорово. Скала. Здорово. Странная эта штука жизнь. Сколько лет били нильфов, а теперь стоим с черными одним лагерем. Уже не стоим. Да, мантра все та же. Сложили ли мы сюда какую-то траву? Не сложили, это хорошо. Во, сразу полегчало. Насколько я вижу, полегли только нильфгаардцы. Ну так и хорошо. Прекрасно. Так, нам бы Зывика найти. А Зывик зачем? Может сразу Хенсельд? Нет? Ничего не вижу. Как это? Полно всего вокруг. Ничего не вижу. Чё надо, ведьмак? Да. Я буду осторожен с огнем. Ну, будь хорошо. Здоров. И все? Ничего да нет, с ним только в кости можно поиграть. Я думал, ему можно отдать. Настоящий святой воевать. Да, я вообще думал, ему можно было чего, плащ да? Бурых рукви отдать. Держи себя в руках, боец! Ну ладно, раз нельзя, так нельзя. Тяжница и смутьянка не принадлежит роду человеческому. Король Хенсельд ждет тебя. У нас какое-то зелье истекает. Это не зелье, это круг силы. Сори. Так. Да. Ну, раз дерево истекает, можно и выпить. Пойти к королю поддаты. Да? Может, не нужно. Мы же не будем с ним драться. Или всякое возможно. Так, на всякий случай. В этой игре поддатым ходить полезно. В голову этим королям придет. Ждет тебя. Наконец-то. Ты добыл копье Сабрины? Не только. У меня есть все необходимое. Ты не пожалеешь об этом. Пойдем проводить ритуал.
тут она умерла. И при смерти напакостила. По воздуху чувствуется, что это то самое место. Свечи усиливают это ощущение. Народ совсем глупый пошел. Кто-то сказал, что эта сука умерла смертью мученицы. Так теперь ей свечки ставят. Взглянуть бы на это место издалека. Во время казни я стоял вон на том холме. Давай покажу. Мы толкнули своего короля. То, что мы можем. Он даже не заметил, наверное. По дороге к королю Хенсельту Геральту вновь пришлось идти сквозь призрачную мглу. Повсюду его окружали сражающиеся призраки. На счастье, амулет работал исправно и всегда вел ведьмака в нужную сторону. И все-таки дорога через поле битвы была нелегкой. В очередной раз, наверняка не в последний, ведьмаку предстояло пройти сквозь призрачную мглу. В этот раз он также перебрался невредимым. Затем Геральт, переведя дух и убедившись, наконечник копья все еще при нем, поспешил к королю Хенсельту. Король был совершенно счастлив, потому что Сабрина обрыдла ему уже при жизни, а мертвый Хенсельт возненавидел ее еще больше. Он мечтал избавиться от всякого упоминания о ней и согласился провести экзорцизм на весь и казнь. Впрочем, Геральт, как истинный профессионал, решил внимательно изучить пепелище, прежде чем предпринимать что-либо еще. Занимаясь работой, ведьмак никогда не поступает легкомысленно. Прежде чем начать экзорцизм, Геральт решил прочесать окрестности вдоль и поперек. Некоторые сомнения у него все еще оставались, и он решил осмотреть местность с холма. В Виргине ведьмак не нашел следов похищенной Трис Меригольд, но судьба улыбнулась ему. Выходя из призрачной мглы, Геральт наткнулся на роше его людей, которые обыскивали тела нильфгаардцев. Оказалось, что солдаты Императора внезапно атаковали специальный отряд, что объяснить можно было только всеобщим нервным напряжением, ибо объективных причин для этого не было. Самое интересное, верно рассказал Геральту под конец. Капитан собственными глазами видел в руках нильфгаардцев миниатюрную фигурку, исключительно похожую на Трис Меригольд. Ведьмак, разумеется, слышал об артефактной компрессии, заклинании, которое позволяет превратить живое существо в неодушевленный предмет. Геральт без промедления поспешил вслед за уцелевшими нильфгаардцами, надеясь отыскать чародейку в их лагере. Геральт достиг лагеря нильфгаардцев, но все оказалось напрасно. Он увидел лишь всплывающий корабль. Лагерь был пуст, и неясно было, действительно ли черный узел Трис. Геральт не мог броситься беглецами вплавь, так что след оборвался. Ведьмак сжал кулаки, он решил как можно скорее завершить все дела и отправиться в погоню за нильфгаардцами. Череп козла. Перед Геральтом стояла трудная задача. Он должен был направлять Хенсельта так, чтобы тот нарисовал магические руны по периметру круга Сабрины, согласно иллюстрации в гримуаре Детмальда. В магии и ритуалах Хенсельт был не в зуб ногой, к тому же он был неловок и лишен способностей к рисованию, а задание требовало большой точности. Ведьмак предпочел бы скорее гонять дух Сабрины грязной тряпкой, чем возиться с Хенсельтом и рунами, но раз уж сказал А, надо говорить и Б. Хорошо, что тут ровно. Боишься ноги разболятся? Тебе придется нарисовать вокруг кострища рунические охранные знаки, государь. Охранными знаками ведьмаки занимаются, а не короли, если не ошибаюсь. Важно, чтобы ты сам нарисовал этот круг, король. Важно для кого? А сам как думаешь? Сабрина твою смерть предсказала. Хорошо. И что делать? Чтобы снять чары, нужно разыграть события трехлетней давности. Как ты собрался что-то разыгрывать, если половину действующих лиц давно съели черви? Все дело в силе. В силе, наложившей проклятие. В сочетании с силой того, на кого оно было наложено. Тьфу. Когда получится начертить нужные знаки, мы увидим дух Сабрины. Воскреси эту суку, и я с удовольствием всажу ей
Помни, ты должен вонзить копье в то самое место, куда всадил его солдат. Только раньше. Прежде чем чародейка закончит заклятие. Дырку найду. Только как я узнаю, когда бить? Когда станет понятно, что проклятие касается тебя. Будь внимателен, потому что там не обязательно будет твое имя. Это все? Для тебя, да. Остальное оставь мне. Во время обряда могут появиться призраки. Могут или появятся? Все зависит от ауры Сабрины в призрачных мирах. По-моему, духи эту манду терпеть не могут. Ладно. Говори, что надо рисовать, и пойдем дальше. Тебе, государь, придется сойти вниз. А ты? А я буду тебя направлять. Отсюда лучше видно. Становится круто, конечно, круто. Во-первых, надо посмотреть на рисуночек. Я, конечно, его примерно помню, но надо показать еще раз Тане. Так, где гримуар? Так, может, вещи для заданий. Так, порум, задание. Записки исследователя дикой охоты. Стандартный миссар. Мне радует какое-то, знаешь, такое официальное такое название, ну просто белый флаг. На самом деле белый флаг. Так, нам нужно нарисовать. Значит, вот вниз вот здесь вот идет, по-моему, король вот здесь начинает. Так. Значит, так. Ему надо пройти вот по этой всей траектории, да? Да. Круг и вот эти вот линии. Угу. Именно так. Батюшки. Так и будет хмыкать. Да. Так. Вот так вот. Так, а тут что? Просто кваша? Так, окаменевший след. Что за простокваша-то там? Так, ведьмин круг. Простокваша. Тушка ворона. Сожженное дерево. Сожженное дерево. Так, не это. Так. Ведьмин круг, это там, где он стоит. Так, потом череп козла, черные свечи. И что? И кмешь хлеб, ладно, давай пробуем. Теперь сыпь порошок, двигаясь к каменной чаше. Государь, найди в кругу вороньи останки. Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Теперь к козлиному черепу.
Государь, направляйся в сторону черных свечей. Нравится экзорцизмом заниматься? Ого. Загадочно, красиво. Так, как вот это место называется, не помнишь? Каменевший хлеб, по-моему. Государь, сыпь порошок в сторону окаменевшей буханки. Вроде все. А, осталось, может, ведьмин круг еще ему дойти. Надо же закончить параллельно. Король, иди в сторону ведьмина круга. Король, сделай большой ровный круг на некотором расстоянии от кострища. А хорошо вышло. Даже обидно, что ветер все разнесет. Злая сила проклятия исходит от огня. Огонь вообще очень мощная стихия, которую трудно усмирить. А у этого пламени был дополнительный источник сил. Он питался телом самой чародейки. Хватит разводить, как говорит дед Мальт, фантазгеммары вокруг чародейки. Если уже все сапоги изгвоздал. Оставайся в кругу, государь. Смердит этот порошок, как краснолюдское говно. Поджечь магический порошок знаком Игни. Сейчас он, небось, красиво так побежит. По линиям. Не, все сразу загорелось. У тебя отважные воины, государь. Они боятся призраков, как и все. Мать моя, да сколько ж тут всего. Спокойно, король. Нас хранят магические руны. Призраки через барьер не пройдут. Людей я не боюсь, но вся эта херня действует мне на нервы. Пока не выйдешь за руны, ты будешь в безопасности. Что мне делать? Когда чародейка тебя позовет, яви милосердие и оборви ее муки ударом копья. Ты разорвал круг. Призраки прорвутся внутрь. Что теперь делать? Я займусь ими, а ты завершай экзорцизм. Будь проклят, Хенсельд! Кровью и огнем! Пусть свершится! Небосклон! Пронзит падающая звезда, отмечая смертельный путь кровавым хвостом. Пусть лицо прелестит рыбья чешуя, заключенная в квадраты блестящего золота. Пусть единорог попрет древние законы и приблизит приход справедливой кары. Твой бой и могущество пламени, пожирающего горки. Ради обугленных костей невинных, да свершится предсказанное. Ты умрешь, как я предсказала. Тебе не уйти от предназначения. Будь проклят, Хенсельд. Кровью я... Давай, король. Ну, чего же ты, пронзай. Так, непонятно, куда бить. Удалось. Ты уверен? Я уверен только в том, что краснолюд пройдет между ног у тролля. На цыпочках.
Но я думаю, что все прошло хорошо. Хорошо для меня, хорошо для тебя. Хуже для Айдирна. Ну, так, вопрос. Говорит ли ему про призрачную битву, да? Ну, как бы, да можно. Она действительно никуда не делась. Так, ну, а чем, что дальше будет зависеть от этого ответа? Да вряд ли что-то будет зависеть. Тогда не важно. Мы смогли снять проклятие лишь благодаря великодушию Саски. Ты должен выслать послов с благодарностью. Я поблагодарю ее лично, как только ты снимешь проклятие с поля битвы. Снять проклятие духов будет гораздо труднее. Я верю в тебя, а вера творит чудеса. Поэтому мне нужен артефакт, символизирующий веру. Знаю, знаю. Детмальт уже говорил. Я дам тебе медальон. Но сперва мне надо выпить. Пойдем в шатер, я поставлю лучшее вино. Ты заслужил его. О, новый уровень, прекрасно. Кстати, ты обратила внимание на то, что говорила Сабрина? Ну, она говорила, что не уйдет от предназначения. Что еще? А ты ведь знаешь, к кому относится эта фраза? Это не к нему относится. А к кому? Это Геральт. Обалдеть. Так, нам нужно мельницу развить, потому что я чувствовал, что призраков я бил не так быстро, как хотел. Неожиданно. Я тут думала, все про Хенсельта. Все сложнее. Так, мы хотим... Нам бы... Так, здоровье больше нам надо, вроде, с одной стороны. А с другой стороны... Сила знаков плюс один. Ард уровня 2. Может, его? Так, что у нас тут с Квеном? Ирден... Магическая энергия, строковые чары. Улучшенный знак Квен. Квен. Отражает 50% урона. Он дольше будет действовать, а чем дольше он действует, тем меньше... Ну, тем больше... Тем лучше, понятное дело. Дело в том, что у него есть ограничение у Квена. Пока он работает, у нас не восстанавливается магическая сила. Угу. То есть, если мы его случайно поставили, да? Если мы его случайно поставили, так. То пока он не сбросится, мы целую минуту не сможем восстановить его магическую силу. Короче, в жопу третьего улучшения. Ну ладно. Так, здоровье плюс 50, может. Третий уровень знака Ирден. Заманчиво, но пока что Ирден мы стали реже использовать. Что ты вот, я точно заметил. Ну. Может, сила знаков плюс один. Ну и сила знаков плюс один. Вдруг там еще что-то будет интересненькое. Снижение урона плюс 5%. Неплохо. Зайти в шатер короля Хенсельта. Пошли. В принципе, у нас никакого улова здесь нет. Но в сундук ничего оставлять не нужно. Получай. Я не понял, что это была за спецатака у него, которая не позволяла ему получать урон от меня. Что за солнце воды? Интересно. Что можно из воды вытянуть? Солнце воды. Так, это у нас восход, что ли? У нас луна. А, это луна. Комета все еще осталось, ну да. Проклятие-то еще действует. Сэр,
приходит к нему и говорит: Солтейн за тобой пришел, а с ним верборщики. Досмотрим, тем временем забивался. Че, в костер попали? Да, я попал в костер, но, как видишь, мы были с Квеном. Квен поглощает нанесенный урон. Попадание в костер стало нашей визитной карточкой. Неожиданно самовоспламенение, да? Че мы сделали, ласточка? У нас так мало переступни. Это не круто. Переступень нужен. Нужен. Где же его взять? Что же? Окончился-то. О, побила. Не, у нас 8 штук еще есть, но найти бы еще. Так, Хенсельд, с Шиллердом тебя и спросили. Надо как-то выразить наш протест. Сплёвывать. Спину от ним вставать. Насадим в палатке. Насадим в палатке. Зайти в шатер короля Хенсельда. Нам, кстати, повезло, кусочек того, что действовали снадобья, нас подлечил, но то, что они закончились раньше времени, как обычно, пока мы были в боях. Ну что, пошли пить с королем. О, это приятно. Мятежница и смутьянка не принадлежит. О, здравствуйте, кем бы ты ни был. Гражданский солдат. Так, ну. Дэнни. Чем нас король угостит? Ну-ка. Винишко. Он же обещал лучшее вино. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Кто, это же Родовид или кто? Хорошо, что ты здесь. Сегодня утром прибыл гонец из Редании. Читай. Король Редании Родовид V, сын Визимира и Гедвиги из Малиоры. Владыка... Короче... Дело в том, что неверно, будто Тимерия после смерти короля Фольтеста влады... Неверно, будто Фольтест не оставил прямых наследников. Кто наследует? Королева Адда, дочь Фольтеста, жена Родовида. Адда? Все знают, что это плод кровосмешения. Геральт, насколько я помню, над ней тяготеет какое-то проклятие. Верно? Не совсем. Дочь Фольтеста была стрыгой, но мне удалось снять проклятие. Иначе Родовид не взял бы ее в жены. Мне кажется, ты снимал проклятие уже дважды. Так, откуда мы знаем? Давай, наверное, первым стрельнем. Боги Троицу любят. Где 3, там 4. А может, и 50. Адда может снова захотеть человеченки. Передай королю Родовиду, что я не намерен именовать королевским титулом эту приблуду. Если Редания не хочет... Что тут творится? Стража! Ведьмак. А у нас новый меч. Меч принцессы Ксинтии.
Скорее сюда. Это кто такие? Меня хотели убить! Меня! Ха-ха-ха! Тьфу ты! Вот наказание! Ведьмак, надо поговорить. Детмальт сказал, что тебе нужен этот медальон. Ты спас мне жизнь. А не могу же я быть совсем неблагодарным, чтобы там обо мне не говорили. Жаль, что никого не взяли живым. Не плачь, Тансервиль. Есть способы развязать язык даже покойникам. Знаю я эти способы. Некромантия запрещена. Пока нет ни совета, ни капитула, довольно странно говорить про запреты. Что вы скажете, Ваше Величество? Я хочу знать все. И если для этого придется трахнуть этот труп, трахни его. Некромантия, государь, это раздел магии, который... В гробу я видал этот раздел. Делай все, что нужно. Не хочу иметь с этим ничего общего. Как говорят мужики, баба с возу кобыле легче. Ведьмак, мне понадобится твоя помощь. Ты знаешь, где меня найти. И так всегда. Я етить-колотить король. Она жмется и дуется, будто ей последний вахлак под юбку лезет. Отправься на костер, как Сабрин. Ага. Не все чародеи похожи на Детмальда. Некоторым не по нраву копаться в трупах. Пока она находится в моем лагере, будет делать, что я велю. Ладно, иди, иди. Детмальд, небось, уже ногти грызет от нетерпения. Еще один уровень. О, как. Хорошо, растем. Детмальд любезно согласился мне помочь. Возможно, я сумею снять проклятие раньше, чем рассчитывал. Детали меня не интересуют. Мне нужны результаты. Кстати, мастер Геральт, что ты скажешь насчет долгосрочного контракта? Если это связано с чудовищами, я согласен. Как все отлично складывается. Моей особе как раз угрожают всевозможные... чудовища. Из меня плохой телохранитель. Ничего не выйдет. Ты ходишь по скользкому лугу. Он весь загажен исключительно погаными коровьими лепешками. Смотри, не вляпайся, ведьмак. Мне не отказывают. И все-таки. Я отправлял людей к палачу и за более вежливый отказ. Я не изменю решение. Хороший ответ. Правду говорят о силе ведьмачьего характера. Ты не размазня и свое дело знаешь. Если б меня окружали вот такие люди, а не жополизы, как большинство моих придворных. Ну ничего, я переживу.
Чего взять на этот раз? Ты не знаешь, чего подращивать? Да. Тебе и раз. Так. Может, арт усилить? Открывает второй уровень знака арт. Давай. Давай возьмем. Иногда мы его все-таки используем. Так что мы выбрали путь чародея по этой игре. Посмотрим, как нам ее получится пройти после этого. Так, что у нас с инвентарем? Не нагружен практически. Да мы налегке. Мы налегке, это приятно. Конечно, приятно. Кстати, игнорирую эту полоску на мониторе. Да, почему? Она появилась из-за глюка развертки. То есть, ну, надо его вытащить и вставить обратно. Просто смотрите, для этого стрим придется прекратить. О, глюк развертки. Да. У этого монитора бывали и другие проблемы. Самое не крутое, когда все изображение начинает плавать и трястись. Знаешь, как на старых мониторах. Так, этот меч можно отложить. Это справа. Так, трофеи. Все хорошо, здесь хорошо, 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 прекрасно. Идеально. Ну это чистый экран, да, это не будет видео, да? Этого не будет, это чисто вот на экран, это, что будет. Да, ты видишь, что полоска там? Нет, не видишь, значит, все нормально. Просто здесь все видео перезапустится, если монитор вытащить и вставить, чтобы эта полоска исчезла. И это, из этого стрим придется прекратить. Ясно, ясно. Точно заглючит. Я думаю, не стоит. Ну, я так, знаешь, я... Откуда такой взялся? Расскажи тебе, откуда. Зриви. Доброго здравия. Экзорцизм. Геральт из Ривии. Ты готов начать самое увлекательное путешествие в твоей жизни? Ты можешь провести ритуал без меня? Без меня ты не справишься? Ты мутант, как и наш убийца. Голубой Сонхан Марвина убил бы обычного человека. Тебе нужно выпить микстуру, замедляющую ритм сердца и укрепляющую вены. Было бы отлично, если бы у нее были и галлюциногенные свойства. Это сможет усилить видение. Кряква, пожалуй, подойдет. Кряква? Вся эта некромантия плохо пахнет. Что ты собираешься делать? Голубой Сонхан Марвина — это заклинание, которое позволит тебе прожить воспоминания мертвеца. Ты будешь видеть, чувствовать и даже пробовать на вкус то же, что и убийца при жизни. Для тебя, поскольку ты мутант, это совершенно безопасно. Мне нужно еще кое-что сделать, и потом можно приступать. Выпьешь водки и трахнешь девку? Ну ладно, может, хотя бы расслабишься. Я кряква. У нас нет чертежа, что ли? Кряква. Про кряку говорил. Кряква нужна. Кряква. Ты выглядишь как всегда. Ты что, не выпил никаких эликсиров? Было бы нелепо умереть из-за такой мелочи. Еще нет. Пойду приготовлюсь. Кряква, пожалуй, подойдет. Что, по-другому
должен выглядеть после кряков? Это интересно, да. От меня читателя наверняка не ускользнул тот факт, что Хенсельта до сих пор не беспокоили убийц. Чуть более дотошный читатель мог бы даже назвать это подозрительным. Но сколько веревочки не виться, конец будет. На короля Хенсельта было совершено покушение. В этот раз ведьмак снова оказался поблизости. Он словно еще раз увидел смерть Фольтеста и успел оказать оказаться между убийцей и его жертвой. Геральт защитил Хенсельта и разделался с наемным убийцей. Король был взбешен и испуган одновременно. Он желал знать, кто стоит за покушениями и какие мотивы движут убийцами, и получить эти сведения он был готов любой ценой. Детмальд получил приказ извлечь сведения из уже остывающего трупа при помощи запрещенного искусства некромантии. Для этой процедуры чародею потребовалась помощь ведьмака. Кто же еще-то? Ведьмаку в конце концов удалось снять проклятие с Хенсельта. Он уже собирался спросить у короля о медальоне, как появились убийцы. Покушение сильно испортило настроение капризного владыки, и медальон снова ушел из рук нашего героя. Пока несостоявшиеся убийцы были на свободе, у ведьмака не было надежды завладеть символом веры. Увидев всю поляну как на ладони, Геральт велел Хенсельту начертать руны магическим порошком. Когда король выполнил поручение, ведьмак поджег их знаком Игни. Ритуал прошел успешно. Собравшиеся узрели дух Сабрины Глевисик, и Хенсельт мог приступать к экзорцизму. Чтобы изгнать переполненный ненавистью призрак из этого мира, следовало пронзить его тем же самым копьем, символически прекратив страдания чародейки. Едва король начал ритуал, как появились призраки, так что ведьмаку пришлось защищать и себя, и Хенсельта. Хенсельт занимался экзорцизмом, а Геральт успешно отбивал атаки призраков, слетевшихся на место казни, как мотыльки на свет свечи. Все прошло успешно. Сабрина во второй раз покинула эту юдоль слез, как говорят поэты, но в этот раз ее проклятие не возымело силы. Однако же, вслушиваясь в речь метавшегося в гневе призрака, Геральт различил слова «пророчество», а поскольку проклятиями и пророчествами призраков пренебрегать не принято, наш герой посчитал, что эти сведения пригодятся ему в расследовании заговора против Хенсельта. Обряд экзорцизма закончился удачей и для короля, и для ведьмака. Геральт совершил подвиг, о котором и поныне слагают песни. Хенсельт, ясное дело, тоже был доволен. Однако любезный читатель ошибается, предположив, будто от радости король бросился ведьмаку на шею, царапая его щетинистым подбородком. Владыка Каэдвена был не из тех, что бурно проявляет свою благодарность. Тем не менее, Геральт был приглашен на аудиенцию к монарху. Побухать. Так, доктора здесь не видно. Кто еще может продавать эти чертежи? Как и есть стадо. Понабрали холопов. Узнаю запах. Для твоих ног высок, порог. Мерзкая вонь. Может, у тебя есть? Приветствую. Святые реликвии и всяческие блага. Богатый выбор, отличные цены, пожалуйста. Что у тебя интересного? Пепел костра, на котором сгорела Сабрина, гвозди из колеса смерти. А может, нужны щепки от колеса? Оковы и одежда самой мученицы также имеются. Все, чего душа пожелает. Нам нужны чертежи, но у него их нет. Мы не можем изготовить то, не знаю чего. Алхимия, давай еще раз глянем. Нет у нас кряк. А откуда? А, у нас нету рецепта кряка? Нам нужен рецепт кряка для начала. Ты елки спалками, где же взять? Купить на рынке. Ты можешь подыскать себе соперников похитрее, но и мы с тобой охотно сыграем. Телепортировались в шатер.
Опа! Ну чё, круто. А еще и телепортироваться умеем. Во время торговли. Как же мне хочется уметь телепортироваться. Раз на работу. Раз с работы. Или как в фирме телепорт. Зачем вообще работал? Телепортировался в банковский сейф, забрал оттуда деньги, телепортировался обратно. Не, ну что, на работе до некоторой степени интересно. Так, мы еще ничего не выпили. Будь здоров. О, здесь масло есть. Вот здесь еще что-нибудь? Ничего. О, тут еще что-то может быть. Проклятие. Кряк-кряк. Пулька. Узнал. Пусть потом этот доктор сам убирает из-за сундука этот склянок. Да. Я готов. Вот и славно. Голубой сон довольно сильное заклятие, но даже оно позволит тебе увидеть только недавнее прошлое убийцы. Лишь бы оно того стоило. Обращай внимание на все детали, места, имена, на все. Ясно. Тогда начнем. Веки над Занзалом! Из-за этой мглы я едва сам не заплутал. Взгляни на это с другой стороны. Теперь нас тут никто не найдет. А если Хенсельд атакует Верген, несмотря на туман? Хенсельд больше никого не атакует. Ты всегда был оптимистом, Эль. Местечко. Да. Кабыч. Опять пещера. Иди за мной. След в след. Обожаю эти ловушки. Знаю. Я тоже. Хенсельд ведет себя так, будто сам хочет нам помочь. Ты о чем? Ты же его видел. Строит из себя солдата. Лезет повсюду. Он очень неосторожен. Ты это приказал его убить, как и тех. Хоть какая-то работа. А то сидим в этих пещерах, как нетопыри. Я бы лучше посидел нетопырем, чем нарываться на королевскую охрану. Что с тобой, Эгон? Забоялся? Эдмальд ни на шаг от Хенсельда не отходит. А теперь, говорят, у них в лагере еще и ведьмак появился. Он один, а нас трое. Зато ты знаешь, кто это. Знаю, чтоб его глисты заели. Разберемся. А у меня все Маригольд из головы не выходит. Если она разболтает, что это Шиала заказала Димавента, дело выйдет из-под контроля. Лето должен ее убрать. Должен. Но его теперь интересует только убийство королей.
Ну, наконец-то. Лагерь стерегут, как принцессу целочку. Узнали что-нибудь? Белый Волк прибыл в лагерь Каэдвенцев вместе с Верноном Роше. Похоже, он теперь бегает на посылках у Хенсельта. Лучше бы Хенсельт нашел себе другого посыльного. Пока что нас спасает его амнезия. Как раз наоборот. Именно из-за нее он так опасен. Надо быть осторожнее. Йорвит и его банда нам теперь не помогут. Есть еще кое-что. Шиала де Тансервиль. Да, точно. Наша чародейка что-то взорвалась. Де Тансервиль сделала свое дело. Нам она не нужна. Мы не будем ее убивать. Пока. Тебе видней. Да. Теперь самое главное – избавиться от Хенсельта. Отправляйтесь сейчас же. А ты? Я еду в Лок-Муинне. Там все и закончится. Будьте осторожны, и скоро мы снова встретимся. Посидим, выпьем вина и посмеемся над всем этим. Кто знает. Я беру на себя чистокол. Встретимся у входа в пещеры. Я слыхал, вы заховали часть добычи в пещерах под лагерем. Тихо! Хочешь, чтобы все узнали? Не знаю, кто тебе сказал, но получишь свою долю только если язык не будешь распускать. Значит, уговор? Уговор, мать твою. Пойду скажу остальным. Просыпайся! Я умираю от любопытства! Что? Что ты узнал? Они скрываются в ущельях. Второй наверняка сбежал туда. У нашего покойника должен быть при себе ключ. Запомнил что-нибудь еще? Похоже, Шиала де Тансервиль участвовала в убийстве. Шиала? Она заходила сюда, когда ты лежал в трансе. Сказала, что попробует поймать второго убийцу. Запомнил что-нибудь еще? Нельзя терять времени. Я иду за ними. Удачи, Геральт. Дед Мальт провел магический ритуал, а ведьмак увидел прошлое глазами мертвого убийцы. Он знал, что Лето вел дела с Шиалой де Тансервиль. Это окончательно доказывало, что чародейка была замешана в покушениях. Впрочем, когда Геральт пришел в себя и указал на чародейку, та была уже далеко. Она снова выкрутилась, и ведьмаку пришлось со всей возможной скоростью стремиться к убежищу убийц, которое Геральт видел во сне. Здорово! Дальше события довольно стремительно будут развиваться, но это займет много времени. Можно пока что приостановить наш стрим до следующего раза. Давай, давай, если... Дальше будет очень много интенсивного экшена. Ну что ж, всем спасибо, что были сегодня с нами. Надеемся, что вам понравилось. Если понравилось, нажмите на кнопочку «Следовать», пожалуйста. К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и нам пришла пора разбежаться. Странная эта штука жизни. Да, странная эта штука жизни. Так что, желаем всем спокойной ночи и до следующего раза. Ночи. Счастливо. Странная эта штука жизни.